Друзья, всем привет! Это наш самшит пустил новые отросточки зеленые. Так, друзья, кто-то спрашивал про гидрозатвор. Вот смотрите, это она, ну еще я не мыл ее. Вот это вода, видите? Вот это крышка. И вот она прям в этот желоб становится и перекрывает. Вода не дает циркулировать воздуху спокойно. Делал я мясо где-то 10 минут. Смотрите, я ставил на 2 конфорки газовых. Как только начинает идти отсюда дымок небольшой, засекайте время. Я делал 10 минут. Делал какие угодно специи туда ложите. Что угодно, что хотите. Соль для мяса, для сала, для рыбы, неважно. Они потом стекают с самого мяса. Мясо остается чистым, а вкусы впитываются. Мясо сочное, идеально проготовленное. Такое солененькое в меру. Ох, ох и вкусно. Честно, друзья. Тут еще лайфхак, Оксана, смотрите, придумала. Это у нее рассада посажена. И она взяла... Были бахилы. Когда-то покупали. Маме в больницу. И она взяла бахилы, натянула. Видите, как раз резиночка там. Все как положено. Ну, в общем, как-то так. Пойдем дальше. Сэмик накушался мяска. Досталось ему немножко. И он возле транспортного средства тещиного сидит, греется. Да шучу. Теща у меня очень хороший человек. Да, Сэмик? Сэмик. Да некогда ему, он залипает тут на солнышке, пригрелся. Пуня уже чешет с огорода. Уже там что, посидел, подумал, погулял. Да, Пуняша. И надо собакину ставить свой пятак кожаный. Вот они, все 4 бредут. О, Господи, а. Ой, какой молодец, Пуня. А ну еще разочек. Маня охотится на Пуню. Да. А потом на диван. Виноградик пошел полным ходом. Видите? Свежие почечки пошли уже. Это хорошо. Там тоже на ветках. Ну, надеюсь, покушаем винограда в этом году. Коты потихонечку сползаются. Не знаю, будет вам видно или нет на солнце. Вернее, этот, ну да, в солнечных лучах столько много мошкары оживились. О, и эти оживились. Ух ты, как лань. Ой, как же пахнет, а. Соседа зацвела слива. Обалденный запах. А, вон, смотрите. Малек ходит поверху. И у котов слюни капают там, наверное, в озеро уже. Маня, не вздумай прыгать, а то прыгнет сейчас. Да, я даже сегодня успел спиннинг покидать. Поблеснить, так сказать. Ну, оно все тут на месте. Оба. Ну, ничего. Ни удара не было, ничего. Погода меняется. Я думаю, рыба гуляет, но активности в поклевках ее не будет. Поэтому я даже не стал пробовать. Завтра, может, попробуем. Так, друзья, хочу поблагодарить вас все за поздравления, за комментарии. Такие теплые. Прям слышно. Прочувствуется теплота в ваших комментариях. Очень рад за это. Погода сегодня где-то около 10 градусов. 10-12 градусов тепла. Ночью будет немножко прохладненько. О, ты казал, у Суреда где-то у кого-то музыка играет. Народ отмечает светлый праздник. Да, большой праздник. Друзья, пойдем. И мы, там осталось немножко мяска, покушаем. Закусим немножко. Никто не слышал? Никто. Все, друзья, остаемся на связи. Собаки начуял. Кто-то там. Всем мира, добра. Всем всего самого хорошего.
Всем пока.